Ребята, всем здравствуйте, с вами я, Андрей Сухин, и сегодня у меня будет рейс, еду из Пскова до Питера, и то, может быть, на окраине где-то Питера, вот, и, в общем-то, я купил прицеп, и повезу экскаватор. Вот. Ну а вам приятного просмотра. Ну и будем выдвигаться потихонечку. А я залезу вовнутрь. Сниму с ручника и поехали. Слева чисто, справа чисто, и поехали. Включу маячки, мигалочки и фары, и поехали. Еду на своей Скане и поехали. Дальше. Сниму круиз-контроль. Просто я включал его. Здесь ухожу направо. И поехали. Коллега на Ренопремиум. Поехал. Ну а мы тем временем выехали из города Пскова и едем дальше. Запустил своего коптера, и чтобы был красивый кадр. Ну и едем. Дальше. Притормозил. Слева чисто, справа чисто. А мы уходим налево. Ухожу налево. Справа меня маленькая машинка пропускает. О, коллеге не повезло. Тормознули коллегу на Скане. А мы едем дальше. Красота-то какая, а? Ты посмотри-ка. Да, неплохо. Запустил еще раз коптер. Ну, кадры вижу красивые. Ну, отлично. Ну и едем дальше. Что-то как-то жарко. Может, форточку откроем. Вернее, не форточку, а окно. Притормаживаю, зеленый, едем дальше. Еще раз запустил коптер. И едем дальше. Ох, сколько коллег по дальнобою. Отлично. Ухожу направо. Перестроился. Но будем смотреть,
что-либо в город, либо на окраине города, в Питере база. Неужели в городе, сам в город придется мне вести экскаватор? Странно, но будем смотреть. У меня две Скании. Вот эта Скания для того, чтобы возить серьезные и большие грузы, типа экскаваторов, либо тракторов. Вот. А другая Скания для дальнобоя. Я прицепляю кроны, прицеп, и везу какой-либо данный груз. Вот. Так, ухожу тут направо. Включаю правый указатель поворотника, перестроюсь, ухожу направо, затем налево и еще раз направо. Притормаживаю. Отлично, зеленый. Ухожу тут налево, включаю аварийку и заезжаем направо, на базу. Мы все прошли. Отлично. Еще разочек. Уходим вот так сюда направо. Отлично. Открываю полностью окно левое и будем вот туда немножечко назад сдавать. Так, отлично, отлично, отлично. И на этом все. Вот тут я припаркуюсь, ставлю наручник и заглушу Сканию свою. Ну вот, друзья, на этом мой рейс заканчивается и подошел к концу. Если кому понравился рейсик мой и видосик, то ставим лайк, колокольчик, подписывайтесь. Также и мне будет приятно, если вы лайк мне поставите. Ну и пишите, может быть, какой-нибудь комментарий. Вот. Ну а я пойду на базу узнавать, куда парковаться и сдавать данный груз. Вот. Ну и, может быть, еще услышимся, а либо увидимся. И пока.